Здравствуйте, вас приветствует информационная служба телеканала ОТВ. В прямом эфире программа «Время новостей. Итоги дня» в студии Юлия Макарова. И Иван Уткин. Вот о чем мы и наши коллеги готовы вам рассказать в ближайшие полчаса. Сегодня вот так упала с крыши. В Златоусте кусок бетона рухнул с крыши детского сада. Махина пролетела, никого не задев. Здание давно нуждается в ремонте. Почему его не делают, расскажу я, Полина Кирсанова. В Челябинске может появиться целая больница для бездомных. Врач, который бесплатно помогает людям, оставшимся без крова, ищет помещение для приема, где сейчас помогают необычным пациентам, расскажу я, Маргарита Хижняк. Наличие какой птицы у вас имеется? Наличие птицы у меня домашняя. Взяли кровь у курицы из вены. Ветеринары провели учение в Челябинске. Все подробности расскажу я, Егор Фюсюк. Эти кадры сняты на трассе М5 под Ошой. Машины страшно искорежены. Столкнулись два легковых авто. В них ехали жители Ставропольского края и Новгородской области. 9 человек попали в больницу. Два ребенка и двое взрослых находятся в реанимации. Детей планируют перевести в Челябинск. Остальные пострадавшие находятся в хирургическом отделении. Что стало причиной аварии, смотрите в рубрике «Происшествия». И, как стало известно, поезд «Челябинск-Ташкент» экстренно остановили в Казахстане. Железная дорога проходит мимо территории склада с боеприпасами. Там прогремели взрывы. Южноуральский состав задержали на станции Шиели. В Ташкент следовали 211 человек. На вокзале их обеспечили горячим питанием и теперь автотранспортом доставят до границы с Узбекистаном. Оттуда пассажиры продолжат путь поездом. Напомню, что взрывы в хранилище боеприпасов произошли накануне в Туркестанской области Казахстана. Погибли военнослужащие и гражданские. 165 человек пострадали. Местные жители эвакуированы. И к другим темам. Алексей Тексер устроил разнос правительству региона и потребовал объяснительные. Глава региона остался недоволен отставанием Челябинской области по реализации национальных проектов. Показатель их исполнения на Южном Урале 14%, а в среднем по стране вдвое выше – 28%. Негодование главы региона вызвал доклад, исполняющий обязанности замминистра экономического развития области Ирины Акбашевой. Согласно ему, область слишком медленно заключает соглашение с правительством России, распределяет средства и проводит закупки. Безопасными качественными дорогами каждый день занимаюсь, так оно и лучше. Понимаете? Лично сам занимаюсь. Теперь мне каждым национальным проектом заниматься лично. Всем членам правительства указание в недельный срок представить объяснение по тем цифрам, которые мы сегодня услышали. Область не сможет получить, распределить и вложить федеральные средства в улучшение качества жизни до тех пор, пока не будет уточнен бюджет региона. Это произойдет до конца июля. Сначала надо все равно довести финансы до ответственных исполнителей с тем, чтобы можно было реализовать конкретные мероприятия. И тогда люди увидят, что национальные проекты работают, и они эффективны. Резюмируя, Алексей Текслер поручил составить список мероприятий по улучшению ситуации через неделю. На очередном заседании члены правительства области обязаны предоставить планы и объяснения. Проблемы в области не только с реализацией нацпроектов, заявляют политологи. В промышленности за последние годы замедлились объемы производства, снижается товарооборот и уровень доходов жителей. Но за первые месяцы работы Алексею Текслеру удалось расшевелить политическую элиту и заставить ее решать проблемы. К такому выводу пришли эксперты. А в экономике у нас ситуация, именно социально-экономическая ситуация, очень противоречивая. Спад наблюдался на протяжении 5 лет, а по уровню зарплат регион на 36-м месте в стране. С другой стороны, видно, что регион у нас более чем богатый. И вот основной тезис, что в принципе, который сейчас выдвигается, что регион заслужил лучшей жизни, он более чем очевиден. И глава региона должен привести область к лучшей жизни. За 100 дней он сделал для этого первые шаги, заключают политологи и экономисты. В частности, Алексей Текслер инициировал создание Министерства промышленности. Призвал крупный бизнес работать на регион, а не выкачивать из него деньги. Это человек другой генерации, других ценностей, человек из простого, что называется, там, народа. Он родился, да, на ЧМЗ, но будем говорить так еще раз, это не принц, что называется, не выходец из какой-то номенклатурной семьи. Эффективно на работе отразился инстаграм-аккаунт Алексея Текслера. В соцсети он смог собрать самые насущные проблемы и жалобы от жителей и передать их для решения главам территорий.
Стартовал второй этап кампании по выборам губернатора. Регистрация кандидатов и работы у избирательной комиссии региона будет много. Желающих бороться за пост губернатора рекордные 14 человек. Больше по всей России, только в Санкт-Петербурге 20 претендентов. Нас это устраивает, нам это нравится, мы готовы работать и с большим количеством, потому что все-таки, если это идет на пользу там, оздоровлению политического климата Челябинской области, ну, наверное, это хорошо. До 4 июля претенденты должны предоставить подписи депутатов, а самовыдвиженцы еще и жителей области в свою поддержку. Проверять подлинность автографов будут нотариусы. В избиркоме изучат и другие документы кандидатов. Заявление, паспорт, справки о доходах. 8 сентября на Южном Урале откроют более 2000 участков для голосования. 83% оборудуют камерами, а в самом Челябинске почти на всех площадках установят автоматические комплексы обработки бюллетеней, чтобы избежать вбросов и сделать выборы прозрачными. У нас их собственных есть больше 200, и больше 200 мы заказали в Пермском крае, и мы у них на время их арендуем. Итого у нас 448 КАИБов будет расположено в городе Челябинске. Процедура регистрации кандидатов в губернаторы закончится не позднее 14 июля, и 15-го станет известен список претендентов, имена которых попадут в бюллетень. С крыши детского сада в Златоусте слетел кусок бетона. Махина пролетела, никого не задев, но последствия напугали родителей и воспитателей. Садик номер 16 давно нуждается в ремонте. Почему его не делают? Полина Кирсанова разбиралась. Вот такой булыжник. Это видео сняла одна из мамочек сегодня утром. Кусок цемента со штукатуркой рухнул с крыши прямо возле запасного выхода. Булыжник приземлился на стальной навес подвала и погнул конструкцию. А мог прилететь на чью-нибудь голову, например, ребенка. Но, к счастью, там никого не оказалось. О случившемся родители узнали из соцсетей. Мама и папа в шоке. Я знаю, что были проблемы, но когда уже начало рушиться, это, конечно, вообще, как сказать, была в шоке. Крыша осыпается, ходить опасно. Дети у нас там бегают. Я сама лично видела, мой ребенок там играл как-то. Вот сейчас там перекрыто, слава богу, но за ними, за всеми не уследишь. В соцсетях ОЧП прочитало и руководство детского сада. И возмутилось, что о рухнувшей штукатурке первым было известно пользователям интернета, а не им. Сотрудники вовремя не сообщили об этом происшествии руководству, поэтому предпочли сфотографировать это происшествие, выложить в интернет, что, я считаю, просто некорректно было. И, судя по кирпичам, это не первый провал в детском саду. Часть стены под крышей уже без штукатурки, кровля разваливается. Здание построили в 1937 году, и оно нуждается в капитальном ремонте. Прокуратура Златоуста провела проверку. Детского сада нам поясняли, что действительно проблема была, только наступили в теплые дни, то есть конец весны действительно там начал подсыхать. Кирпич, затем он выпадать начал. Те места, где он выпадал, уже как бы это не первое место, они там было все огорожено. Ремонт кровли в детском саду запланирован уже давно, и даже деньги есть. Город направил 4,5 миллиона рублей, но восстановить здание просто некому. Руководство садика до сих пор не нашло подрядчика. Деньги есть, но до сих пор не проведены конкурсные процедуры в связи с сменой руководителя учреждения. Надеюсь, что сейчас быстро примут меры и до начала учебного года эта работа будет выполнена. На деньги отремонтируют крышу и заменят асфальт возле самого садика. В мэрии Златоуста обещали, что все работы проведут до сентября. Полина Кирсанова, Анна Нова, Вячеслав Коровкин, Ян Самойлов, ОТВ. В Челябинске реконструируют площадь революции. На центральной части перед памятником Ленину сняли асфальт. Но это только начало всех работ запланированных. Благоустроят сквер, а также отремонтируют места на трибунах. Новое покрытие на главной городской площади уложат впервые за 15 лет. А в сквере высадят деревья, сделают формовочную обрезку, восстановят газон. Заменят лавочки и урны, а также облицовочные плитки фонтаны, цветочных клумб. Отремонтируют трибуны, они станут гранитными, что увеличит срок их службы. Сейчас основная задача поменять асфальт, потому что он очень давно находится в неприглядном виде. В этом году, в прошлом году гости, ветераны, многие могли обратить внимание, что вся площадь испещрена глубокими трещинами, похожа на лоскутное одеяло. Последний раз площадь революции ремонтировали в 2003 году, уже больше 15 лет прошло. Кроме того, по плану в сквере заменят гранитные ступени, на них появится пандус для маломобильных жителей. В Челябинске может появиться больница для бездомных. Место, где они смогут помыться, пройти осмотр, получить лечение, даже восстановить документы. Дом милосердия хочет открыть врач Евгений Косовских. Он на протяжении уже 2 лет бесплатно помогает тем, кто остался без крыши над головой. Насколько необходима такая поликлиника? Маргарита Хижняк разбиралась.
носки, туалетная бумага, печенье. За таким набором первой необходимости на улицу Каслинскую приходят бездомные со всего города. Получают чай, влажные салфетки, зубную пасту. Помимо выдачи провизии и лекарств, в этом фургончике осматривают больных. Ольга Виноградова бродяжничает с 14 лет. На улице оказалась, когда потеряла родителей. После смерти родных попала в плохую компанию, начала пить. Осталась без квартиры. Теперь живет по собственному, уличному распорядку дня. Ну вот мы убрались, сходили, там банки, бутылки собрали, допустим. Пришли домой, ну, сдали это все. Пришли домой, приготовили покушать. Еще покушали, отдыхаю. А домой это куда? На трубу куда? И таких, как Ольга, в Челябинске сотни, а то и тысячи людей без определенного места жительства, у которых сломаны судьбы, нарушена психика и нет никакой надежды на человеческую жизнь. Единственное место, где им рады и готовы помочь безвозмездно, вот этот белый микроавтобус, в котором врачует медик Евгений Косовских. Проект «Другая медицина» существует с марта 2017 года. За это время к доктору Жене, как его называют пациенты, обратилось более 500 человек. Каждый четверг сюда, во двор, на улице Каслинской, приезжает вот такой кабинет на колесах, где и проводят бесплатные приемы. Бездомные обращаются с разными проблемами, с ожогами, обморожениями и элементарным ОРВИ. И знают, что доктор им всегда поможет медикаментами, продуктами, ну и просто добрым словом. Евгений Косовских уже давно свой в кругу бездомных. Его уважают и ему доверяют. Если больницы таких пациентов берут неохотно, то здесь не только примут, но и накормят и выслушают. Мы их наших подопечных не заставляем, не уговариваем, не принуждаем, не ругаем за их алкогольную зависимость. Мы просто говорим, что ты задумайся, может быть, есть лучший вариант. Или просто вообще ничего не говорим, а спрашиваем о их проблемах. У этих людей нет других близких людей, которые спросили бы о их проблемах. Сейчас в проекте «Другая медицина» 5 волонтеров и 1000 доброжелателей, которые приносят лекарства, одежду и покупают продукты. Самое популярное лекарство – это у нас торкексидин. И также у нас перекись водорода. Раньше всю медпомощь Евгений хранил у себя дома, но вскоре пожертвований стало так много, что понадобился склад. Его арендовали на льготных условиях, а теперь проект оттуда выселяют. Здание продают, а новый офис снять не получается. Я сейчас, сломя голову, езжу, бегаю еще помещение новое, которое будет подходить по нашим минимальным стандартам. Нам обязательно нужен там рабочий туалет, чтобы помыть руки. То есть это минимальные санитарные правила, чтобы температура была, потому что у нас находятся медикаменты. Мечта Евгения Косовских – создать отдельную больницу для бездомных. Там, где они смогли бы сходить в душ, подстричься, привести себя в порядок, пройти обследование и лечь в стационар при необходимости. Он уверяет, всех этих людей можно вернуть к нормальной жизни. Нужно только внимание. У нас в основном по анкетированию получается очень много строителей, продавцов, трактористов, агрономов из бездомных. То есть это вот нужные профессии, в том числе для нашего города и для нашей области. Но вот они все на улице. Помочь проекту обзавестись собственным помещением взялась уполномоченная по правам человека Маргарита Павлова. Она обратилась в Министерство здравоохранения и к депутатам городской думы. Иногда важно просто человеку протянуть руку помощи, понять, в чем вопрос, почему он оказался на улице. То ли у него конфликт с родными, то ли у него действительно алкоголизм, и ему нужно помочь закодироваться. Да? То ли он потерял документы и от отсутствия вот этой правовой помощи не может вернуться к нормальному образу жизни. За все время существования проекта «Другая медицина» к нормальной жизни удалось вернуть около 200 бездомных. С появлением полноценной больницы эта цифра может увеличиться в несколько раз. Маргарита Хижняк, Борис Абрамов, ОТВ. Об организации медицинской помощи сегодня говорят, и в программе есть вопрос. Почему в городских поликлиниках все еще трудно взять талон к узкому специалисту? Как привлечь врачей на село? Можно ли сегодня исправить результаты оптимизации больниц? Об этом расскажет Сергей Приколотин, исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области. Не пропустите в 22:15, а через минуту, сразу после рекламы, смотрите в нашем выпуске. В Челябинской области приступил к своим обязанностям посол ГТО Евгения Зинурова. А ледовая арена «Трактор» в сентябре примет лучших спортсменов из 30 стран мира на гран-при по фигурному катанию. Все подробности расскажу я, Ульяна Любимова, в обзоре спортивных событий. Выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Шкода Октавия». Лоб в лоб. 9 человек пострадали в аварии в Ашинском районе. Подробности расскажу я, Елизавета Болдырева, в рубрике «Происшествия» на ОТВ. Теперь мы ближе к вам. Новое диванное место от фабрики «Бора».
Приходи, выбери свой диван на Артиллерийской 111. Цифровое эфирное телевидение. Скоро 20 общедоступных телеканалов будут в каждом телевизоре нашей страны. Подключайтесь и смотрите без помех. Подробности по телефону 8 800 220 2002. Жители села Алексеевка в Варнинском районе получили доступ к голубому топливу. Это было поручение президента Владимира Путина. Чтобы обеспечить дома газом, проложили почти 33 километра труб. С видеообращением к главе государства еще 2 года назад обратилась жительница поселка Светлана Гулевич. Она просила помочь с проведением газа. Указание обеспечить голубым топливом селян получило правительство региона. Деньги направили из областного бюджета. Мы сформировали предложения, которые разделились на 2 этапа. То есть на первом этапе мы должны были протянуть почти 17 километров газопровода высокого давления до самого поселка. Ну и дальше уже 2-й этап – разводящие сети. Первый этап мы выполнили в 2018 году. До 15 апреля доложили, был снят вопрос. Сейчас строительство полностью завершено, газом могут пользоваться жители 330 домов, но пока к сети подключились лишь 8 семей, остальные сейчас заключают договоры с поставщиками голубого топлива и ставят нужное оборудование, котлы и плиты. Челябинские ветеринары ликвидировали условную вспышку птичьего гриппа. Это была задача учения. Специалисты провели их на случай ЧП. В прошлом году вирус фиксировали в 14 регионах России. Этой зимой о возможном заболевании сообщали на Южном Урале. Как остановить птичий грипп и чем он опасен для человека, Егор Хвисюк выяснил. Лицо закрыто маской, поверх одежды одноразовый защитный костюм. Дополнительная мера предосторожности к высоким резиновым сапогам – бахилы. В сарае, где еще час назад ютились птицы, теперь слышно не кудахтанье, а шум мотора распылителя. Ветеринар обрабатывает помещение раствором каустической соды. Через 2 часа постройка станет стерильной. Идет вынужденная дезинфекция. Дезинфекция проводится направлена на вирус птичьего гриппа. Вот. Обрабатывается не менее 1 раза в день. Опасаться не стоит. Вспышку птичьего гриппа на Южном Урале в последний раз фиксировали в феврале, по данным Россельхознадзора. Правда, на птицефабрике тогда факт отрицали. Но на случай ЧП ветеринары проводят учения. После обработки помещений начинают работу непосредственно с животными. Нужно проверить, действительно ли их поразил вирус. Для этого берут кровь на анализ. Тут все как у людей. Иглу вводят в вену, только на сгибе крыла. Материал направляется в Челябинскую ветеринарную лабораторию. Там она исследуется и определяется патогенность штамма. И если все-таки патогенность необходимо подтвердить, материал также еще отправляют во Владимир, где она там дополнительно еще исследуется. Если опасения подтверждаются, дезинфекцию проводят не только в хозяйстве очаге, а в радиусе 5 километров. Всевозможные носители вируса уничтожаются. Птичий грипп для человека опасен. Подхватить его можно при контакте с больной птицей, даже во время приготовления еды или если в пищу попала зараженная кровь. Как следствие, развитие острой дыхательной недостаточности. Возможен летальный исход. Учения ветеринаров на этом не заканчиваются. В конце июля бригада проведет тренировку по борьбе с африканской чумой свиней. Егор Хвисюк, Андрей Федотов, ОТВ. Жители Косли решили очистить местную реку Исток. Активисты создали экскаватор на платформе и уже избавили берег от камышей. А теперь намерены поднять с дна водоема еще и ил и мусор. Экскаватор «Ромашка» собран добровольцами, сделан на основе японской машины, платформы и профильных элементов. Его разрабатывали 2 года. Теперь активисты очищают реку от мусора. Сейчас техника способна поднять с дна 9 кубометров ила. Сама машина представляет собой плавающую платформу. На ней установлен экскаватор. И кузов на 4 куба, то есть он копает, со дна достает ил, грузит к себе на платформу и вывозит на берег. Местные жители говорят, исток очищают, чтобы можно было купаться или плавать на лодке. Активисты уже избавили водоем от камыша и лабузы, а сейчас они достают со дна ил, доски и мусор, которые люди выбрасывали в реку.
20 рыбаков пожаловались на горячую линию общественникам. Любителей поудить не пускают на водоем арендаторы акваторий. Эта тема прогремела на прошлой неделе, когда южноуральцы записали обращение к президенту. После этого активисты общественной палаты области вместе с прокуратурой начали проверки. После визита прокуроров ряд арендаторов теперь идут навстречу рыбакам и не просят их платить. Пожаловаться на нарушение можно по телефону 737-16-57. Совместная работа общественников и представителей прокуратуры будет еще активнее. Сегодня ведомство подписало соглашение с активистами. С прокуратурой Челябинской области и общественной палаты региона очень серьезные конструктивные взаимоотношения. Это те взаимоотношения, которые сложились годами, и на сегодняшний день они только усиливаются. Безусловно, общественный контроль без поддержки Роскомнадзора не давал бы того эффективного результата, который требует от нас президент. Также в общественной палате работает горячая линия по денежным поборам в школах. За 2 года на нее поступило 300 жалоб, и каждую проверили. Некоторые учебные заведения наказали за сбор денег с родителей. А в Тюмени завершилась первая смена молодежного форума «Утро». 31 социальный проект выиграл гранты на общую сумму более 7 миллионов рублей. Самую крупную поддержку от экспертов получили южноуральцы – более 3 миллионов рублей на 10 инициатив. Грант в 500 тысяч рублей выиграла челябинка Александра Симонова. Девушка предложила технологии для системы наставничества педагогов, чтобы они готовили интересные уроки с помощью игр. Цель проекта – разработка и внедрение игровых технологий для создания профориентационного поля для 3 категорий участников. Это студенты педагогического направления, школьники и, конечно же, уже действующие педагоги. Это будет тренинговая сессия на целых 2 дня. Целых 2 дня ребята будут работать и взаимодействовать друг с другом, развивая систему наставничества. Гранты разыгрывает Росмолодежь, и у южноуральцев есть возможность получить еще больше средств на свои проекты. Сегодня начнется 2-я смена «Утро». Участие в ней примут 715 человек. Успехи показывают и школьники Челябинской области. 144 выпускника набрали 100 баллов за 1 из ЕГЭ, и 7 учеников получили высшую оценку сразу по 2 предметам. В честь лучших в городах Южного Урала дают торжественные приемы в столице региона. На такой пригласили 410 медалистов-отличников. Вместо привычных фанфар – живой звон гитары и ударные ритмы барабанов. Это прием главы Челябинска. В зале интеллектуальная элита, выпускники – пример для подражания. Это отличники учебы, это победители олимпиад, конкурсов, смотров. Это те дети, которые получили высокий балл на едином государственном экзамене. У меня не было выбора, каким стать. Ну и меня окружали всегда люди, которые меня мотивировали. И помогали мне. Когда я отстаю, я иду за ними. Когда я впереди, они идут за мной. И мы вытягиваем друг друга, помогаем. А в Златоусте образцовых школьников пригласили на бал медалистов. Награды за особые успехи получают 69 учеников. Я все 11 лет шла к этому. Ну, не сказать, чтобы это очень сложный труд, просто надо немного стараться и идти постоянно к цели, к своей. Количество 100-бальных выпускников еще может увеличиться. Завтра станут известны последние результаты ЕГЭ по биологии и информатике. В Магнитогорске появился необычный арт-объект. Местные художники сделали собственный подарок жителям ко дню города. В парке на асфальте они нарисовали большую 3-мерную картину. 3D-работа появилась в парке у Вечного огня, написала ее художница Елена Степаненко со своими друзьями, они ее ученики. На рисунке изображен шоколадный торт с цифрой 90. Это возраст города металлургов. Не хотелось сделать что-то тяжелое, что-то такое сложное. А здесь как раз под настроение. Лето, юбилей, все здорово. Вся выкладка сначала выполняется рисунком, сетка на асфальте мелом. И только затем, когда мелом работа получилась, выполняется краской. Ну, живописные работы тоже трудные, ее же нужно объемно сделать. Изображение выполнено водостойкой эмалью, которая продержится примерно 2 года. Сам рисунок получился большим. Понадобилось 6 литров краски и 6 цветов. Место тоже выбрано не случайно. Парк пользуется популярностью у молодежи, а главное, там идеальный асфальт. 3D-картина в исполнении Елены не первая. Она уже создавала подобные работы со своими учениками 4 года назад на территории лицея, где преподает ИЗО.
Время новостей объявляет новый розыгрыш. На кону билет на двоих в камерный театр. 27 июня там покажут постановку «Москва петушки». Проходки получит наш самый внимательный зритель. Нужно только первым правильно ответить на вопрос. Итак, грант. На какую сумму выиграла южноуральская молодежь на форуме «Утро»? Присылайте ответы по адресу konkurs@1obl.ru. В теме письма напишите «Хочу в театр» и обязательно укажите номер мобильного телефона, по которому с вами можно связаться. Победителей мы выбираем только по присланным сообщениям, звонить не нужно. Итоги розыгрыша подведем завтра и самого внимательного зрителя пригласим в редакцию. У нас на этом все. Если у вас есть интересное видео, звоните на горячую линию или пишите Viber и WhatsApp. Номера на экране. Сейчас короткая реклама, а сразу после Ульяна Любимова с главными спортивными новостями дня, а мы встретимся на ОТВ в 10 минут первого. Это авантюрная итальянка Анна Джулия. А это интеллигентный англичанин Патрик. А это Россия. Втроем они хотят привлечь зарубежных туристов. Но готова ли Россия? Дети Европы посмотрят на российскую действительность чистыми глазами незваных гостей. От глубинки до ордынки. Первый в истории гид, снятый иностранцами для иностранцев на русском языке. Это чудо! Hello, Russia! Voilà. Смотрите в субботу в 11:20 на ОТВ. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Цифровое эфирное телевидение. Скоро 20 общедоступных телеканалов будут в каждом телевизоре нашей страны. Подключайтесь и смотрите без помех. Подробности по телефону 8 800 220 2002. Здравствуйте, это новости спорта. С вами Ульяна Любимова, и мы готовы поделиться главными событиями уходящего дня. В Челябинской области приступил к своим обязанностям посол ГТО Евгения Зинурова. Именитые спортсмены начали сдавать экзамены, а ледовая арена «Трактор» в сентябре примет лучших фигуристов из 30 стран мира. Зачем? Все подробности в нашем обзоре. Челябинск готовится принять крупные международные старты. Юниорский этап гран-при по фигурному катанию. Он пройдет в Челябинске с 12 по 14 сентября. В столицу Южного Урала приедут сильнейшие спортсмены мира из 30 стран. Организовывать и вести трансляцию соревнований будут представители федерального канала. Они уже побывали на арене и посмотрели место съемки. Прежде всего их интересовали технические вопросы, такие как... Какое будет спортивное освещение на ледовой арене трактора? Оно должно быть не менее 2000 люкс. Также, где будут расположены калитки выхода и входа спортсменов. Комментировать гран-при будет легендарная Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса. А я добавлю, что гран-при по фигурному катанию проводится уже более 20 лет. Этапы в основном проходят в Европе, США и Японии. И впервые Челябинску доверили провести крупнейшее международное состязание. На арене «Трактор» выступят сильнейшие спортсмены мира от 13 до 19 лет. Они разыграют 4 комплекта наград в одиночном катании, юниоры и юниорки – а также в парном катании и танцах на льду. В Медыне Калужской области на чемпионате Европы по универсальному бою успешно выступили южноуральские спортсмены, завоевав 3 медали – золото, серебро и бронзу. Чемпионкой среди женщин весовой категории 70 килограммов в дисциплине «Классика» стала челябинка Юлия Капитонова. Ей нужно было пройти полосу препятствий, отстоять в ринге свое право называться лучшей. Молодец. Хорошо, умница. Это уже второе европейское золото для челябинской воспитанницы. В категории 75 килограммов в дисциплине «Лайт» Юлии Капитоновой, подопечной заслуженного тренера России Рагиба Абдулаева, удалось еще взять серебро. А бронза состязания у челябинца Александра Дураманова. А чемпионка Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова теперь станет послом ГТО в Челябинской области. Об этом назначении стало известно накануне. И теперь главная задача спортсменки – по указу президента России Владимира Путина увеличить количество занимающихся спортом южноуральцев до 1 700 000. Сейчас любители физической активности в области – 1 200 000.
На этих кадрах чемпионка Европы по легкой атлетике и посол ГТО Челябинской области. Теперь главная задача известной спортсменки – увеличить количество южноуральцев, регулярно занимающихся спортом и физической активностью, до 50%. Именно такую цифру утвердил президент России Владимир Путин. Сейчас в области спортом занимаются 1 миллион 240 тысяч человек. К 2024 году нужно, чтобы к ним присоединились еще 550 тысяч. Нужно только привлекать, увлекая чем-то. Вот, допустим, своим примером показать, что вот мы можем вместе это сделать, мы можем пробежаться, мы можем прыгнуть. Я покажу, как правильно. То есть я считаю, это как бы привлечение должно быть через общение, через собственный пример. Посол ГТО – почетная и ответственная должность. Теперь на Южном Урале их два. Это прославленный боксер, заслуженный работник физической культуры Петр Галкин. И вот теперь Евгения Зинурова. А я напомню, что Евгения – уроженка Златоуста. С 2008 по 2018 год входила в состав сборной России по легкой атлетике. За 10 лет установила два рекорда мира и Европы в беге на 800 метров. Становилась победительницей международных соревнований и чемпионкой страны. А главное достижение легкоатлетки – золотая медаль чемпионата Европы в 2011 году. Сегодня они не на спортивных площадках, а в стенах родного университета – Уралгувка. Здесь главная цель – не стать быстрее, выше или сильнее, а грамотно рассказать о проделанной выпускной работе. Титулованные южноуральские спортсмены защищают дипломы. Среди выпускников – участник Олимпийских игр, горнолыжник Игорь Амелин. Бронзовый призер Паралимпийских игр 2014 в Сочи – биатлонист Азат Карачурин. Двукратная чемпионка Европы по рукопашному бою Ирина Алексеева и чемпион мира по тайскому боксу Денис Тягин. Моя выпускная квалификационная работа была посвящена асимметрии конечностей в тайском боксе. Проходила на базе спортивной школы «Мастер». В ней принимало участие 32 спортсмена. Очень рад, что мне удалось защититься на отлично. Уже сейчас Денис работает в школе мастер-тренером высшей категории. Все спортсмены за работу получают оценку «отлично». Ну а пока спортсмены бегают с зачетками, хоккеист челябинского «Трактора» Александр Шаров оформляет свидетельство о рождении дочери. Накануне хоккеист черно-белых стал отцом. Девочку решили назвать Таисией. Далее о происшествии Елизавета Болдырева расскажет, как под Ошой произошло крупное ДТП. Столкнулись две легковушки, пострадали 9 человек. Не переключайтесь. Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле... главный враг – это ты. Вчерашний ты. Твоя задача – выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра – первый день твоей новой жизни. Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Елизавета Болдырева. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Шкода Октавия». Лоб в лоб. 9 человек пострадали в аварии на трассе, среди них дети. Досиделся. Жители Миаса оштрафовали за то, что он решил отдохнуть на рельсах. Убило человека льдом. Жесть, что творится. Не доглядел. Коммунальщик ответит за смерть пенсионерки, которую убила ледяной глыбой. 9 человек пострадали в аварии на трассе Ашинского района. Лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Шкода». А в Магнитогорске в аварию попал мотоциклист. По словам очевидцев, он ехал без шлема и попал в больницу. Мы подготовили для вас обзор дорожных ЧП.
9 человек пострадали в аварии под Ошой. На трассе столкнулись две легковушки – «Лада» и «Шкода». Обе превратились в груду металла. 42-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, по предварительным данным при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Шкода Октавия». Под управлением мужчины в возрасте 43 лет. По данным Минздрава, в городской больнице Оши оказались 9 пострадавших. 4 в реанимации – мужчина, женщина и 2 детей. У всех состояние средней тяжести. Детей планируют перевести в Челябинск. Ночью к нему уже приезжали врачи из южноуральской столицы. Со взрослыми работают медики областной больницы с помощью телемедицины. Еще 2 взрослых и 3 детей лежат в хирургическом отделении. Состояние у них стабильное. Известно, что водитель и пассажиры «Лады» из Ставропольского края. В автомобиле «Шкода» ехали жители Новгородской области. Это видео снято в Магнитогорске. Автомобили поворачивают налево, и тут в отечественную легковушку влетает мотоцикл. Молодой человек выпадает из седла и оказывается на дороге. По словам хозяина регистратора, за рулем «Лады» была девушка. Она якобы не заметила мотоциклиста. В комментариях к видео автоледи написала, что молодой человек серьезных травм не получил. Признал свою вину, извинился и пообещал отремонтировать машину.